Мегалитический комплекс Арнок. На площади 6 квадратных километров расположено более 2000 камней с различными изображениями. Рисунки-петроглифы относятся к эпохам бронзы и раннего железа, более поздние датируются ранним средневековьем. Сюжеты весьма разнообразны. Объекты охоты, козероги, олени, изображения хищников, снежный барс, фигуры человека, ритуальные танцы, караваны верблюдов, лошадей и так далее. Все, что отражает магические, религиозные, бытовые моменты жизни древнего общества. Это культовое место, храм под открытым небом. Есть здесь фрагменты строений и оград, каменные круги, кромлехи, установленные человеком грубо отесанные каменные обелиски, менгиры, а также П-образные конструкции, дольмены. На Руси их называли «алатырь». Предполагают, что отсюда пошло слово «алтарь». Такие сооружения, по мнению экстрасенсов, обладают особой магической силой. Вспомните знаменитый Стоунхендж, кстати. В общем, по всему, Арнок – место особенное. Но с другой стороны, там есть, смотри, такие структуры гранитные. Нет, это скула. Ну-ка вот, Витя, поводи пальцем вот сейчас, где ты, что ты тут видишь. Ну вот, смотри. Вот гранит, надо гранит посмотреть. Вот, видишь, такое. Вот круг пошел. Вот здесь как будто глаз. Здесь вот как будто рога. Вот они. Вот, видишь, кольцевая какая-то штучка. Интересная. Ух ты, там как это вот рога оленя, вот маленькие.